с участковым еще быть посмотрим. Ближе к людям. Участковому уполномоченному полиции это необходимо. Такую задачу обсудили на расширенном совещании в администрации района. На нем присутствовали главы поселений, представители местных администраций и сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Сейчас в районе действует 11 опорных пунктов полиции. Необходимо увеличить их число, чтобы непосредственно занимающиеся проблемами жителей полицейские, их, кстати, сейчас в районе более 70, могли оперативно осуществлять возложенные на них обязанности. Тем более это требуется сделать еще и потому, что пока что многие участковые уполномоченные полиции живут далеко от территории, на которой несут службу. В ходе совещания заместитель руководителя районной администрации Евгений Петеримов заслушал отчеты представителей городских и сельских администраций о работе участковых в поселениях, а также дал поручение в кратчайшие сроки провести ремонт в действующих опорных пунктах полиции и рассмотреть варианты строительства отдельных объектов там, где это будет необходимо. Это требование руководителя администрации Щелковского муниципального района по обеспечению, во-первых, жилья и быта участковых уполномоченных полиции и помощников. Ну а второе, работа на земле именно подразумевает то, чтобы участковый уполномоченный полиции имел свое рабочее место, где он мог бы и конфиденциально принимать граждан, и профилактические мероприятия с ними проводить. На совещании была рассмотрена просьба одного из участковых о выделении служебного жилья. В настоящее время полицейский вместе с семьей вынужден снимать квартиру. Просьбу решено было удовлетворить. Ключи от нового жилья полицейский получит 10 ноября на празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Андрей Цеханович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».